Картина праздника. В Чебоксарах открылась выставка Каллисты Ивановой под названием «Новый год к нам приходит». Яркие цвета, неожиданные сочетания. Эти картины нельзя назвать обычными. У них даже нет названий. Автор считает, каждый зритель должен увидеть что-то свое. Работы созданы в авторском стиле. Это мой собственный авторский стиль. Он называется стиль Art Callisto Style. Это когда-то я в 2015 году начала создавать работы в такой технике, где присутствует именно объем, фактура, блеск, сияние, чистый цвет и, конечно же, интересный философский взгляд. То есть это не реализм, не реальные какие-то картины, да, работы, а именно такой авторский философский взгляд. Внимание посетителей приковывает «Зеленая красавица». На выставке демонстрируются 12 авторских новогодних елок, символизирующих 12 месяцев в году. Есть арт-работы с символом наступающего 2021 года быком. Это символ мужской силы и богатства. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и Союза женщин Чувашии. Выставка, которая посвящена елкам новогодним, наверное, будет выделяться на фоне всех, поскольку оно создает состояние такой, знаете, эйфории, какого-то вот прям предвкушения чего-то такого волшебного, настоящего и очень ощутимого прям на уровне даже тактильных каких-то ощущений. Душевный мир женщины всегда был и остается загадкой, но как бы он ни менялся под воздействием обстоятельств, в нем всегда есть место доброте и гармонии. Посетив эту выставку, я сразу ощутила красоту, душевность. Это ее состояние, это внутреннее состояние художницы, я полагаю. Здесь на самом деле мы видим изысканность, красота, утонченность. Ну, а в целом, наверное, это очень хорошее настроение. Поднимите и вы себе настроение. Выставка продлится до 15 января. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.